Всем доброго времени суток. Вы на канале Ну что, свяжем. И я Оля. Мой канал об узорах крючком. И рада приветствовать всех новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь. Гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Я о том, что узорчиков уже очень много. И для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Я надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите лайки, напишите комментарий. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда на канале появится новое видео своим постоянным подписчикам, с подписчицам, мастерам, мастерицам. Отдельный привет. Слова благодарности. Много разных городов, много разных стран. Спасибо вам большое за ваши комментарии, за ваши отзывы, за ваши предложения. Вы моя большая группа поддержки. Спасибо вам огромное. И я сегодня к вам с новыми ниточками. Мы, конечно, с такими уже работали, да, буквально недавно, но палитра будет новая. И с новым узорчиком. Схему, к сожалению, я вам не дам, потому что я его увидела воочию и решила повторить, показать вам. Итак, что за ниточки? Ализе Шикерим Бэби Батик. Да? Вот такое секционное интересное окрашивание. Итак, это стопроцентный акрил. Очень интересно, хорошая пряжа именно для детских вещей. Еще такая расцветочка, да? Итак, в 100 граммах находится здесь 320 метров. То есть и метраж интересный. Посмотрим, что получится. Итак, крючок. Нам говорят производители, берите от двоечки до четверочки. Я возьму три с половиной, потому что я думаю, что троечка будет маловато. Но ну, в моем случае, да? Вы, конечно, смотрите для себя: подбирайте эмпирически под узорчик, как вам будет удобнее вязать. И цвет пока не забыла, покажу вам цвет номер. Смотрите: 4,006. Вот такие вот ниточки. Итак, кто давно на канале знает, что я делаю небольшие образцы в районе 30 петелек. Да? Сегодня раппорт узорчика у нас будет равняться 4 петелькам. Поэтому мы с вами для красоты наберем еще дополнительные петельки по бокам, чтобы ну, ровный да, край был. Итого мы, получается, наберем с вами 33 воздушные петельки. Договорились? Интересно будет смотреть, как происходит смена цвета в узорчике. Итак, конечно, данной секционной пряжи очень хорошо вязать спицами. Почему? Потому что не надо придумывать узорчик. Сам цвет ложится в определенный узор и так далее. Но мы не ищем легких путей, хотим попробовать крючок. Итак, смотрите, петелька фиксации. Все как всегда. Зафиксировали. И при наборе петелек мы ее, получается, не считаем. А теперь 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три. Вот наш будущий образец. Что делаем дальше? Дальше делаем три петельки подъема. Раз, два, три. А теперь в пятую петельку от крючка считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Делаем накид и в пятую петельку ныряем. И провязываем столбик с накидом. Вот, получается. Три петельки подъема. Вот эти вот первые. Это тоже столбик с накидом. Имитация. То есть у нас сейчас с вами получается два столбика. Чтобы нам с вами не запутаться в воздушных петельках и так далее, предлагаю первый ряд полностью провязать столбиками с накидом. Это будет, так скажем, вспомогательный ряд для новичков. Опытные мастерицы могут перемотать и сразу приступать непосредственно к самому узорчику. А мы с девчатами, с ребятами провяжем ряд столбиками с накидом. Если вам удобно, можете вязать столбиками без накида. Это просто как бы в помощь, потому что за верхушки столбиков будет удобнее браться, нежели пока вы новичок именно за петельки. Итак. Мы провязываем полностью столбики с накидами. Если вам удобно, вяжите столбики без накидов, полустолбики с накидами, как вам удобнее. Хорошо? Вот, провязываем до конца ряда. Если вы набирали точно так же, как и я, 33 воздушные петельки, должно получиться 33 столбика, да? Итак, видите, вот этот столбик мы считаем первый, дальше второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и так далее до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, вот мы провязали первую, скажем, дорожечку, да, назовем ее так, из столбиков с накидом. Дальше приступаем непосредственно к узорчику. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Мы провязали, получается, первый столбик. Теперь ко второму столбику ныряем. Провязываем точно так же столбик с накидом. То есть у нас получается 3 петельки подъема. Мы сказали, да, что это имитация столбика с накидом. Столбик с накидом раз, столбик с накидом 2. Теперь смотрите, что мы делаем. Накид. Один столбик пропускаем, следующий столбик мы ныряем, вытягиваем ниточку. И смотрите: провязываем, получается, вот так вот. Раз, все петельки вместе. Опять накид, столбик пропускаем, следующий столбик провязываем. Три столбика с накидом. Раз, сюда же. Два. Сюда же. Три. Есть. Далее опять столбик пропустили. Следующий столбик ныряем. Вытягиваем ниточку, у нас видите на крючке 3 петельки. Раз, два, три. И провязываем их вместе. Оп, это получается полустолбик с накидом. Накид. Опять один столбик пропустили. В следующий провязываем точно так же 3 столбика с накидом. Раз, сюда же. Два, сюда же. Три. Понятно, да? Все. И так далее, и так далее. Столбик пропустили. Провязали полустолбик. Столбик пропустили. Провязали 3 столбика. Вот таким вот образом вы продолжаете до конца ряда, то есть смена полустолбика с накидом и 3 столбика с накидом. Вот таким вот образом. Понятно? Продолжайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю, и продолжим дальше. Итак, смотрите, провязали практически до конца, так как мы заканчиваем ряд. Вот получается, провязали последние 3 столбика с накидом. Опять столбик один пропускаем. И вот у нас остаются два столбика. Столбик и вот тут вот, три петельки подъема. И мы их провязываем просто по одному столбику. Столбик с накидом раз. И там, где три петельки подъема, в третью петельку ныряем и провязываем столбик с накидом 2. Все. И получается, мы закончили точно так же, как и начали. Здесь у нас два столбика, да? И здесь, получается, мы начинали вязание. У нас были здесь два столбика. Все. Идем дальше. Делаем опять 3 петельки подъема. Раз, два, три. И опять провязываем вот эти наши крайние столбики, да? Мы провязываем столбиками с накидом. Ну, пусть их назовем кромочными, да? Вязание крючком кромочных нету, но пусть назовем кромочными. Ну, чтобы краешек наш был ровненький. Итак, смотрите, что делаем дальше. Вот у нас здесь три столбика с накидом. Мы беремся за самый средний столбик, средний столбик. То есть берем, делаем накид, ныряем в верхушку третьего стол, ну вот среднего, вернее, столбика и провязываем вот так вот. Оп. опять полустолбик с накидом. Далее у нас идет полустолбик с накидом предыдущего ряда. Что мы делаем? Накид. Смотрите, окружаем вот так вот, да, э, столбик. То есть, получается, столбик у нас перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это называется рельефный лицевой столбик с накидом. Но сюда же мы провязываем еще два таких же столбика. Опять окружили, опять вытянули, провязали 2, 2, накид, окружили, вытянули, провязали 2, 2. Понятно? То есть у нас получается как бы такой вот вырастает объемчик. Далее накид. Опять у нас три наших столбика. К среднему столбику, к верхушке среднего ныряем. Вытягиваем ниточку и провязываем все три петельки вместе. Оп, полустолбик с накидом. И опять наш полустолбик с накидом предыдущего ряда. Опять его окружаем точно так же рельефными лицевыми столбиками с накидом. Раз, первый столбик. Сюда же окружили. Второй раз. Сюда же окружили. Третий раз. Вот. И опять переходим к трем столбикам, за средний столбик цепляемся и провязываем полустолбик. Поняли, да? То есть мы повторяем первый ряд, но за небольшим исключением, что, во-первых, мы сдвинули, а во-вторых, получается, мы провязываем вот эти вот три наших столбика, провязываем их рельефными столбиками лицевыми. Давайте до конца ряда, в конце ряда я вас встречу, посмотрим, что в итоге получается. Итак, смотрите провязали до конца ряда видите уже объемчик начинает вырисовываться такие пухляшечки появляются вот мы получается провязали последние три рельефных лицевых столбика и у нас здесь остается два столбика да мы договорились что мы начинаем и заканчиваем ряд просто обычными столбиками с накидом раз столбик с накидом и опять в третью петельку подъема ныряем и провязываем второй столбик с накидом вот закончили ряд далее 3 петельки подъема 1 2 3 поворот и опять второй столбик провязываем столбиком с накидом есть а теперь смотрите вот у нас опять же получается три столбика да потом столбик получается вот этот вот столбик это у нас получается полустолбик с накидом опять три столбика полустолбик с накидом и мы точно так же продолжаем знать как мы вязали там где три столбика мы беремся за средний столбик и провязываем полустолбик с накидом а там где у нас полустолбик мы провязываем точно так же, ну, получается лицевыми, рельефными лицевыми. То есть не переворачиваем да, вязание рельефными изнаночными, а продолжаем рельефными лицевыми вязать. То есть каждый раз у нас будут рельефные лицевые столбики с накидом. Раз. Опять окружили полустолбик. Да, два. И три. Там, где у нас опять три столбика идут, так, средний столбик ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем. Оп, полустолбик. Опять. Там, где полустолбик, делаем рельефные лицевые три столбика с накидом. Раз окружили, два и окружили три. Понятно, да? Вот они видите, какие пухляшечки появляются? Вот такой объемочек начинает вырисовываться. Вот эти вот пухляшечки. И опять три столбика в средний. Ныряем, вытягиваем ниточку провязываем полустолбик. И так далее, и так далее до конца ряда. Понятно? Раз Два, три. Вот. Пока чуть-чуть начинает вырисовываться вот такой вот объемчик. Так? Вот с этой стороны, как он начинает появляться. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Так, вот смотрите, меняется цвет, да, эффектно получается. Необычно. Итак, опять провязали последние три столбика до да, рельефных лицевых. И вот наши последние два столбика мы провязываем столбик, столбик с накидом, обычный, да, как договаривались, обычный. И вот три петельки опять подъема, ныряем в третью петельку аккуратненько, вытягиваем ниточку и провязываем опять столбик с накидом. Раз, два, три, поворот. Опять смотрите, во второй столбик провязываем столбик наш с накидом, как и договаривались. Начинаем, заканчиваем двумя столбиками. Вы можете здесь и 3 столбика сделать, и 5, да, и можете вообще без столбиков делать, как хотите. Итак, смотрим опять. Вот наши 3 столбика. Так, 1, 2, 3 столбика. Получается, в средний ныряем и провязываем полустолбик с накидом. Вот наш полустолбик с накидом предыдущего ряда. Вот таким вот образом. Опять окружаем и опять провязываем 3 лицевых рельефных столбика с накидом. Сюда же около этой же ножки. Кружимся, кружимся. И 3. Поняли, да? Все. То есть из ряда в ряд у вас получается одинаковый узорчик. То есть ряд повторяется. Единственное, просто, ну, как бы по, по узорчику, когда вы будете смотреть, да, будет небольшое смещение. То есть эти, значит, верочки будут смотреть у нас друг на дружку. Видите, раз, 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 раз и дальше. А те, которые смещены, они будут по изнаночке смотреть одинаково, друг на дружкой стоять. Видите? Вот. За счет этого образуется объемчик. Итак, опять раз, два, три. Нырнули, вытянули, полустолбик сделали. Около полустолбика покружились, сделали три рельефных лицевых столбика с накидом. Я надеюсь, понятно, узорчик несложный, да? Можете брать любую ниточку и продолжать вязать точно так же до нужного вам размерчика. Угу. Итак, давайте увеличим наш узорчик на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получается. Получится очень интересно. Просто интересно, как из этой ниточки будет. Давайте встречаемся через несколько рядочков. Так смотрите, вот провязала несколько рядочков. Видите, как меняется цвет, да, аккуратненько так переходит-переходит. Да, смотрите, узорчик видно очень даже хорошо. Видите, какой он объемненький. С обратной стороны точно такая же картина. Видите? Такие вот как бы бубочки с такими окошечками, ячеечками. Очень интересно. Конечно, узорчик очень хорошо тянется. Очень хорошо тянется. Давайте замерим. Если мы с вами, получается, набирали 33 воздушные петельки, да, ну, то есть, как бы считая и, так скажем, кромочные наши, сколько в итоге получается? Если это же пряжа, если этот же крючок, это же плотность вязания. Интересно, первоначальный замер говорит, что это, ну, 17 с хвостиком, да, сантиметров. А тут, получается, наборный ряд мы делали Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать рядов вместе с наборным вяжется очень быстро. То есть настолько увлекаешься, тем более, когда идет переход цвета, вообще очень быстро вяжется. Ждешь, когда же следующий цвет пойдет. Итак, это получается ну, 13,5 сантиметров. Очень интересно. Я как бы вижу его непосредственно, это что может быть, кофточка. Неважно, какая кофточка. Если возьмете другую пряжу, да, другого окрашивания, не секционного, обычного, так скажем, однотонного, то это может быть, ну, естественно, кофточка, кардиганчик, любые. Да, что это может быть женские, это может быть джемперы и так далее, мужские, это может быть шарфики, это снудики, гляньте, снуд будет вообще обалденный, да, вот на один, например, там поворот, да, а можно хотя и на два. Если возьмете вы крючок потолще, то, естественно, вязание будет более рыхлое, да, и оно будет не такое более плотное, естественно, это может быть и шарфик. Очень интересно будет данный ну, узорчик смотреться в шапочке. То есть представьте, включите, да, фантазию, если это будет, мир однотонная пряжа, одноцветная как это будет выглядеть. Если это будет цветная, детские комбинезончики, да, штанишки, кофточки, тоже будет очень интересно. Итак, я жду ваших комментариев, куда можно использовать данный узорчик. Возможно, кто-то уже этим узорчиком вязал. Пишите, что вы вязали, как получилось. И, возможно, кто-то работал с этой ниточкой. Пишите тоже отзывы. Надеюсь, видео понравилось. Не забывайте ставить лайки, комментарии и подписывайтесь, чтобы не потерять канал. Да, впереди много нового интересного. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда это интересное появится на канале. И еще под видео находится стрелочка поделиться, да, вот здесь справа внизу. Нажимайте, делиться с друзьями, с подружками в соцсетях. Заранее вам спасибо большое. Ну и спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.